готовьтесь к бою. Поехали, ребятушки, ёптеть! Финальная карта четвертого раунда. Инс против Стоуна. 1-1 на данный момент счет. Это Авокин и это Афина против Жабыска Сорлак. А ну! Да что ты делаешь? Успокойся, дядь. Главное себе хуже не сделать. Как вот у в армии выдали всем пушки, один застрелился, баловался, блядь. Ебать, ебать, какая же резкость, какая же скорость. Не рассчитал инс тайминга на приход Стоуна. Очень быстрая жаба, а Стоун, я смотрю, очень плотненько, красиво. Понимал, что это делает. Давит Афину. 8 хп осталось. 8 хп осталось, отравилась Афинушка. Ребят, 11 секунд до меги. Возможные нычки Афины сейчас проверил Стоун. Интересный ход. Я только что тоже что-то выучил. Он просто прощупал. Возможно, Афина хилится там. Если там, у него была возможность сунуть рельсу. Но нет, так нет, как бы. Отойду. Красиво играет. Ввиду своего нахождения на этой части карты, Стоун сдает позиции на заем красного Эмиги. И сейчас надо ждать атаку от Афины. Пытается развить своего оппонента Стоун, ребята. Опа! По жопе именно! По жопе прилетел именно укольчик. Вакцинация. Еще одна. Будет атаковать. Афина, есть веревки. Надо оттачить жабу, дабы сократить счет. Красиво Уинза удается держать Стоуна в позиции на шафте, ребят. Сам же занимает и мегу, и красный уже второй цикл. Надо уже использовать веревки, надо как-то хамить. Решает, наверное, подкрасться Инс незаметно на шифтах. Вот он, да. Хуйня какая-то вот это получилась. Именно хрень собачья. В очередной раз не получился трикс, как мы видели. Задержалась это на джампаде Афина. И как бы привет. Стоуновский АИМ решает жестоко. Жестоко решает Стоуновский АИМ. Что-то не пошло. Как-то неаккуратно, ребята. А именно... Первым случаем мы за Инза смотрели, да, там ошибка мувмента была. И вторая тоже. Сногсшибательные рельсы. Думаю, еще немножко сейчас потешит оппонента Инза на этой карте. И это будет нечто подобное Форфиту. 7-0, ребят. Снова ошибка мувмента. Ну, вернее, оборвал это восхождение по трассу Стоун своим попаданием. Ну да ладно, бывает. Уф. Есть, ребята, первый фраг. Неужели это какую-то надежду возродит у Инза? И это начало камбэка. Так хотелось бы посмотреть активную игру. Инз может. Ах, блядь, промазал. Ребят, мне кажется, это наглядное пособие. Вообще наглядный пример той ситуации, когда говорят... Ну не идет, ребята, не идет. Не пошел этот матч у Инза. Стоун же в который раз показывает свою стабильность не только по АИМу, но и по таймингам. Предвосхищая действия оппонента, наносит дамаг и счет 8-1. Тому явное подтверждение.
передвигается Стоун, я даже сказал бы филигранно. Триксова. Ух. Ух, хорошенький. Больше 4 минут, ребят. Ситуация все равно не кажется какой-то реальной по поводу нокбэка. Аркадий Тинс. У Стоуна настолько много стека, что он позволяет себе в средней дистанции еще перестреливаться на рейлах, минуя шаф. Потрясно, потрясно. 61% рейл по Афинии. Да, ребят. Достаточно предсказуемый ход событий. Это форфит от Инза. ГГС. Да.